Привет, меня зовут Лео, и в этом шоу вы узнаете все и даже больше о звездах шоу-бизнеса. Какие у них планы на будущее и что скрывают в прошлом. Обещаю, будет интересно. Сегодня у меня в гостях девушка, которую вы точно уже видели много раз в коротких роликах, где она классно танцует и либо шутит в популярных вайнах. Встречайте, Соня Слипи! Соня Слипи – молодая и яркая блогер и певица. Имеет общую аудиторию почти 6 миллионов подписчиков. Является участницей самого популярного блогерского дома в России. Привет, Соня! Прежде чем начать, расскажи, как твои дела и как вообще настроение? Приветик, да, все вообще супер, все отлично. За окном весна, солнышко, настроение прекрасное. Кстати, ты активно развиваешь свою музыкальную карьеру. Что тебя вдохновило заниматься творчеством? Музыкой я начала заниматься в 7 лет в музыкальной школе. До этого тоже старалась дома петь, танцевать. Всегда музыка меня как-то привлекала и тянула на себя. Что меня вдохновило? Наверное, история, которую я уже не раз рассказывала, это то, что мой старший брат слушал группу «Ранетки», и я вместе с ним слушала их, смотрела их, смотрела, какие классные, позитивные, веселые девчонки, какая у них интересная жизнь, и всегда хотела тоже также выступать на сцене, петь, играть. Я знаю, ты много выступаешь на концертах. Кайфуешь от энергетики и больших стадионов? Конечно, всегда взаимодействие с аудиторией, с людьми очень вдохновляют, хочется чаще. А вообще, что больше нравится, блогерская деятельность или карьера певицы? Блогинг я тоже люблю. Это неотъемлемая часть моей жизни стала, и они друг друга дополняют. У тебя есть классный фит с Егором Шипом. Где он жених, а ты невеста? Это просто роли или что-то большее? Это просто роли. С Егором мы общаемся уже 5 лет, дружим. Вот, и у нас большая фан-база именно нашего дуэта, которые очень любят видеть нас вместе, которые себе уже придумали какую-то лав-стори вот, в голове. И мы подумали, что было бы прикольно выпустить наш фит и сделать клип как раз на эту тематику, которую все очень долго ждали. Вот, а так нет. Раскрой секрет для фанатов. Почему ты никому не говоришь свою фамилию? Это вышло вообще совершенно случайно. Изначально, когда я начинала снимать, я создала какой-то свой творческий псевдоним. На тот момент это даже было не Слипи, у меня ник состоял из каких-то цифр, букв просто. Потом я уже додумала, что я буду Соня Слипи. Просто я никогда нигде не озвучивала фамилию, потому что не требовалось этого. А потом начали часто возникать вопросы, а какая твоя фамилия, какая твоя фамилия. Я подумала, блин, прикольно будет оставить мою фамилию в секрете, чтобы никто никогда ее не узнал. Но, как я уже тоже говорила, самые внимательные могли давно догадаться и узнать, какая моя фамилия. Я знаю, что ты планируешь отправиться в тур. Расскажешь о нем подробнее? В ближайшее время будет совместный тур с Хайпхаусом. Мы поедем по городам. Это будет наш первый тур. Мы думаем, что будет очень круто. Очень ждем встречи со всеми подписчиками. Как ты считаешь, что нужно делать сейчас, чтобы стать успешным блогером? Мне кажется, самое важное – это, наверное, любить свое дело, кайфовать от того, что ты делаешь, быть вдохновленным и заряженным. Если у человека есть какая-то своя изюминка, харизма, самое главное желание, то успех обеспечен. Спасибо тебе. На этой ноте мы переходим ко второму этапу нашего шоу. Здесь тебе придется не только рассказывать, но и выполнять задания. Угу. Погнали. Итак, второй этап состоит из разных заданий, которые придумали для тебя не только твои фанаты и другие артисты, а также редакция телеканала «Жара». Угу. В этой коробочке много бумажек, но тебе нужно достать всего одну и обязательно выполнить задание на все 100%. Сейчас становится страшно. Мы знаем, что ты очень классно танцуешь. Покажи парочку трендовых фирменных движений из Reels. Научи танцевать так же, как ты. Давай, смотри, сейчас выучим. Сейчас очень модно, актуально и в тренде танец называется джерк. Вот так. Угу. Давай, попробуй. Нет, смотри, давай научу. Смотри, ты эту ногу через перед назад ставишь, да.
Ну все, мы классные, мы станцевали джерк. Здорово. Молодец, ты отлично справилась с секретным заданием. Ты тоже. Спасибо. А теперь переходим к финальному этапу. Блиц-опрос. Угу, погнали. Сразу скажу, что вопросы могут застать тебя врасплох, но отвечать нужно быстро и не задумываясь. Готова? Угу. Опиши себя тремя глаголами. Поет, спит, танцует. Самая странная реклама, которую тебе предлагали. Ну, не знаю, это, наверное, что-то плохое, что даже нельзя называть, что-то негативное. Что бы ты сказала себе 10-летней? Наверное, ничего бы не сказала. Я здесь, потому что я такая, какая есть. Чему тебя научил шоу-бизнес? Быть менее восприимчивой. Чего никогда нет в твоей сумочке? Ручки. Что обозначают цифры на гаечном ключе? А, размер этой гайки, нет? Да? Соня, спасибо тебе за то, что пришла в гости и ответила на все вопросы. Было приятно пообщаться. Взаимно, спасибо. Бай-бай. Сегодня у меня в гостях была яркая и неподражаемая Соня Слипи. Мне было приятно пообщаться. Увидимся через неделю в это же время. Всем пока!